детские поликлиники МРИЛ в ближайшие 2 года должны стать бережливыми. Об этом стало известно по итогам совещания в Министерстве здравоохранения России, в котором принял участие глава МРИЛ Александр Евстифеев. Отметим, суть бережливой поликлиники в сбережении ресурсов и времени всех участников процесса. Для этого была разработана новая логика приема и распределения посетителей. Работы врачей и лабораторий, больные и здоровые пациенты разведены по разным коридорам. Слово «бережливое» заимствовано из западной концепции бережливого производства, направленной на устранение всех видов потерь. Впрочем, это лишь один из вопросов, которые обсудили на совещании. В целом оно было посвящено реализации в регионах национального проекта здравоохранения. Вопросы, обсуждаемые, это развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологическими заболеваниями и развитие детского здравоохранения. Это основные вопросы, которые важны для нашей республики. И здесь прозвучало много полезной и важной информации. Но прежде всего речь идет, например, о том, если говорить о детстве, что все детские поликлиники за 2 года в республике должны стать бережливыми, работать в статусе бережливых поликлиник. Речь идет о необходимости поэтапной замены установок лучевой терапии и многие другие вопросы. Это устранение дефицита кадров, это соответствие единым требованиям к медицинским информационным системам и так далее. Как отметил Александр Евстифеев, со следующей недели рабочая группа Федерального Минздрава во главе с министром Вероникой Скворцовой начнет рабочие поездки по регионам России. Руководитель МРИЛ пригласил Скворцову посетить и нашу республику.